трудным, мне кажется, является конкурс, где нужно запеленговать сигнал, который находится, так скажем, в условно неизвестном месте, поскольку там, помимо того, что нужно радиотехническую задачу решить, еще немножко поработать, так скажем, с математикой. Видим, что некоторые команды, конечно, работают как бы навалом, а в некоторых прямо видно четкое распределение. Один занимается математикой, другой занимается, соответственно, приемниками, передатчиками. И я думаю, что эти команды, где они изначально распределили свои роли, займут более высокие места, мне так кажется. У нас в Минете есть радиоклуб, к нам в основном приходят, думаю, что мы занимаемся исключительно только, мы этим тоже занимаемся, пайкой, исключительно электротехникой, но никакого программирования. Вот сейчас на хакатоне мы занимаемся, большая часть, это знание базы радиотехники, а большая часть это просто программирование.